Всем привет, друзья! С вами Антон Фишер. Я продолжаю играть в Dragon Age Inquisition. Как вы помните, в прошлый раз я отправился в штормовой берег. И сейчас я нахожусь далеко от разрыва, который мне нужно ликвидировать. Так, где разрыв? Вот. Сейчас с этих разрывов вылезут опять уроды. Я пока спрячусь. И попытаюсь закрыть разрыв издалека. Так, все, убили ублюдков. Осталось закрыть просто разрыв. Вот сделаем вот так вот, чтобы было красиво. Ну а теперь отправляемся вот в этот лагерь. Пытаюсь к нему пробраться. И каким-то образом захватить. Интересно, смотрите, здесь стульчик стоит, вино, подносик с чем-то. А, с сыром. Видимо, здесь кто-то наблюдает за волнами. Очень-очень мило. Так, наверное, на самом деле я не смогу. А, нет, хотя здесь вот есть тропинка. Я просто хотел сказать, что не смогу пробраться сюда. Но вот нашел вовремя тропиночку.
Давай, давай. Вверх, только вверх. Нет. Не смогу. Ладно. Придется обойти. Затрачу на это действие некоторое время. Ну, уже увидимся прямо там. Так, я все-таки пробрался сюда. Оказалось, не так уж и трудно. Не нужно даже обходить. Тут у меня ожидают куча глубинных охотников. Мерзкие существа, на самом деле. А тут еще и пауки. Фу, блин. А, наш любимый кунари. Активировал рок. Рок — это хорошо. Сейчас мы им быстро тут загоним болт по самой фланге. Че, все умерли уже, что ли? Вот видите, как классно все, а? Вообще быстро. С помощью вот этой штуки антиванского огня. Они улетели только в шум. Лук ловца теней. Неплохая штучка. Я просто думаю отдать его Сэре. Там где там ходите, мои милые дебильные друзья? Понимаю. Они не могут сюда пройти? Или что?
Итак, когда же наконец-то будет новый уровень? Ну, даже у меня не скоро. Не говоря уже. Не говоря уже о моей компании. Наконец-то выбрался на белый свет. Смотрите, а здесь что-то... Что это? Это статуя гномов. А вот и лагерь рядом. Хм, красивая статуя. Гномы умели делать красивые вещи. You want to set up camp? Да зачем сюда иду? Getting a campfire going in this. У меня закончился кровавый лотос, слушайте. Это очень плохо. Зато я могу выполнить сразу 4 заявки. Класс. What is it? You may want to look into it. Так, новая заявка называется «Обломки кораблекрушений». 5 хлопка, 5 шкур глубинного охотника. Ну, раз они у меня есть, почему бы их и не использовать? What is it? You may want to look into this. Противоядие. У меня, наверное, нету столько шкур. Ну, точнее, паучьих внутренностей. И эльфийского корня у меня всего осталось 9 единиц. Придется тратить какое-то время на сбор ресурсов. Что, конечно, мне не очень нравится, но... Что делать? Ох ты, птица в воздухе зависла. О, медведь. Нет. Медведь хочет на нас напасть. Я думал пройти мимо, но... Пожалеть животное. Потом еще Гринпис обвиняет нас в жестокости.
Так, один готов. Ну, как-то так. Нифига здесь бараны 7-го уровня. Let's look around. Не, ну давайте оглядимся, это не против. Вот, я нашел дневник Серого Стража, первую часть из 4, относящихся к заданию Стражи Побережья. Вот тут еще какая-то статуя гномская. Блин, опять медведь. Сколько ты достал уже, а? Some good armor. Are you referring to me? Some high-ranking women wear ornamental crap with tits hammered into it. One good shot, and all that cleavage gets knocked right into the sternum. Real messy. Good on you for going practical. I aim to please. Leave something to the imagination, too. Сдохни, баран. Больше всего, конечно, меня поражают вот эти вот колонны, оставшиеся от гномов. Удивительные, конечно, сооружения по своей величественности и красоте. Кстати, Блэквуд так неплохо смотрится, лучше, чем Кассандра. В этих доспехах такие красные, красный нагрудник, красные наручи, все дела. О, кто это еще? Ага, медведь. Let's look around. Так, вот лагерь.
Так, еще один дневник серых стражей. Looks like several wardens were traveling together. А это их соглашение. Ага. Это один из артефактов. Так, а там что за лагерь? Лагерь из каких-то ублюдков. Ты кто? Гессерианский клинок. Так, вот еще двое. Ну вы отправитесь туда же, куда и ваши товарищи. Ох ты, какой-то летний камень нашел. Так, а там я вижу астралиум. Так, а вот и астрариум. Давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Очередное созвездие, точки которого я должен соединить. Вот так вот. Не повторяясь. Трудная задача, конечно, но я думаю, выполнить ее все-таки возможно. Опять, насколько я понимаю, есть лишние звезды, но которые мне не нужно соединять. Это мне нужно вот привести к такому изображению его. Ну офигеть.
Так, ладно, сбросим. Похоже, я неправильно сделал. Так, если поставить сюда, потом сюда, 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 сюда и сюда. О, завершено. Класс. Красота. Созвездие Беллитанус, обычно называемое Девой, от века к веку по-разному изображалось на рисунках. Раньше считалось модным объявлять именитых женщин своего времени воплощением Девы. Например, так было с королевой Мадригаль в священном веке, а до нее с королевой Ашей. Вряд ли этим женщинам пришелся бы по душе тот факт, что раньше созвездие Беллитанус считали символом Уртемиэля, древнего тевентерского бога красоты. Да. Ага, вот мы нашли расположение еще двух астрариумов. По мере возможности я их тоже исследую. Ну а пока надо отправляться в третий лагерь и как раз найти рядом следы. Следы. Стражей. Так, интересно. А что вот такое здесь? А ничего. А я думал, какая-то пещера. Там рядом бродит медведь, но как-то я не хочу с ним общаться. Не то настроение. О. You know, Viv, you're not bad with that stuff. You will address me as Enchanter Vivienne, court mage to the Empire of Orlais, or Madame de Fer, not Viv. Oh, right, ma'am. Sorry, ma'am. Hmm, yes, ma'am works as well. Не любит фамильярность. Ох ты, гном какой, с молотом. Классный.
Так, нашел пояс. Не, просто думаю, у Блэквелла же ничего... А, нет. У Блэквелла есть пояс, оказывается. Нету у нашего железного быка. Так, вот еще один артефакт. А вот дневник Серого Стража. Принадлежало, конечно. Блин, долбанный медведь. Опять придется его О, какая-то штука наверху есть, слушайте. Какой-то артефакт. А, дневник Серого Стража. The wardens must have moved on. They're searching for someone. Have you heard of the warden they're talking about? Can't say that I have. Whoever he is, he's drawn the wardens away from here. Хм. Кого же они искали? Может быть, они искали стража Командора из первой части героя Фиралдена. Ну, в зависимости от того, у кого какая история. По крайней мере, мой герой выжил, убив архидемона, и стал стражем командором ордена. Так что вполне вероятно, что они могут искать именно его. Decent place to camp. Медведь, иди сюда. Мишка отхватил люлей от крутых чуваков. Так, что осталось? Осталось-то мне здесь немного, собственно, достроить астрариум и закрыть два разрыва. Да и все. Тогда поступим так. Я отправляюсь к этому разрыву. Ну, уже встречусь с вами на месте. Так, я вхожу в какую-то непонятную пещеру или крепость.
кроме того, что здесь какое-то подземное обиталище паучков. Также здесь еще есть и... что? Правильно. Разрыв, к которому я так стремился. Запускаем штуку. Хватите все рублей. Все, слушайте. Получил люстр совершенного и насыщенную огненную инфекцию. Так, где маг? О, не то нажал. Ох ты, 10 к ловкости. Вот, вот это я понимаю. Шляпа ферлденского разведчика. Уровень брони 22, ловкость 10. Сразу 10 ловкости. Это не хухры-мухры, слушайте. Это очень круто. На самом деле. Какая-то статуя. Наверное, какого-то гномского старейшины. Так, осколки здесь недалеко. Нам повезло с этим всем делом, поэтому можно сразу их здесь и взять. You all right, Lady Vivienne? Whatever are you talking about, darling? In our last fight, I saw you take a blow. If I'd been there quicker. Oh, aren't you precious? Ну да. I appear to have offended. No, dear. You couldn't possibly offend me. Такой милый, заботится о ней, слушайте. Ah!
Воспитан. Так. Благородный. Так, еще один осколок. Где-то. А, вот он там. Ну ладно. На самом деле пауки довольно-таки быстро умирают. Пророческий лавр нашел здесь. Нифига, это же редкая, кстати, штука. С помощью нее я могу улучшить различные зелья еще дальше. Так, ну, что еще? Остались только астрариумы на штормовом берегу. Собственно, наверное, их я только покажу. Но оставшиеся уже в следующий раз. Итак, вот у нас террариум, рядом с каким-то огромным деревом, старым, всем уже, ну, уже мертвым, да. Мы сколько-то сотен лет, наверное, было. Там вот маяк видится, на котором находится еще один астрариум. Также разрыв. Да, красивый вид. С высоты прожитых лет, так сказать. Ладно, посмотрим, что за астрариум. Ну этот должен быть нетрудным, в общем-то. Так, допустим, начать откуда-нибудь отсюда. Так.
Нет, наверное, не так. Ну ладно, сейчас посмотрим. Что за фигня? Непонятно. Созвездие Сервани. В народе называемое кандальником. На рисунках изображается в виде человека, волочащего за собой тяжелую цепь. Считается, что он олицетворяет и Андорала Тевинтерского, древнего бога рабов, и саму систему рабства Тевинтера. Изображение Сервани больше 2000 лет использовалось гильдией Тризаус, по их собственному утверждению. Его можно увидеть на доспехах обоих джаггернаутов, гигантских големов, охраняющих врата города Минратоуса. Интересно. Так, теперь мне нужно на ту сторону. Ну, окей. Так, я иду на пути к Астрариуму, и здесь уже детеныши дракона мне встречаются. Зверюги еще те, наверное. Значит, где-то рядом должен быть и сам дракон. Я просто к тому не отхвачу люлей сейчас. Ох ты, драконья кровь. Чешуя детеныша дракона. Класс. Не, вот в одиночку они вообще не трудные. Так, а что у них есть? Невосприимчивость к физическим эффектам, устойчивость к огню, уязвимость к холоду, и он горит еще, да? Здесь бы Солос не помешал мне. Chevaliers in the Inquisition and fewer low-life thugs. No matter how much you pretend I'm furniture, I'm still a person with ears that can hear you. You recognize yourself there. Good. Да, странный язычок. Нифига себе я забрался по наклонной скале. Мориновая высота. Высокая статуя, расположенная на Мориновой высоте, когда-то служила ориентиром для моряков, приплывавших торговать с гномами. В честь кого установлена эта статуя, неизвестно. Считается лишь, что она связана с большим портом в устье Дервина.
Так, ну добыча-то здесь не ахти на самом деле. А если здесь есть детеныш дракона, значит должен быть и дракон. Где-то рядом. Вон там разрыв. Вон статуя. Ну офигеть, осколки все на той стороне вдоль побережья. Ясно. Я вообще сюда пришел за астрариумом. Собственно, его я вам покажу, а все остальное интереса не представляет. Ни вот тут разрыв, ни дракон. Не, хотя, кстати... Ах ты ж! Простите, заговорился. Не, хотя дракон на самом деле представляет интерес. Просто еще бы его найти. И завалить. Так, а вот и астрариум. Ага, интересно. Да, неожиданно. Как же это все сделать. Надо думать. Так. Надо попробовать вот так вот отсюда, что ли. Сюда. 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 Дерево. Созвездие Фирванис. На роде называемое дубом. На рисунках изображается в виде высокого дерева без листьев. Многие ученые считают, что по традиции, восходящей еще к ранним нераминианам, созвездие связывались с силами природы, поскольку верования древних во времена
предшествовавшие эпохи почитания древних богов и создания Тевинтерской империи, представляли собой анимизм. Однако другие считают, что еще раньше это созвездие эльфийский народ связывал с Андруил, богиней охоты. Главное предписание Андруил – это Виртанадал или Путь трех дерев. Поэтому некоторые считают, что Фирвани олицетворял собой их принципы. Так, и где-то здесь... пещере. А, в той пещере какой-то непонятной должны находиться какие-то вещи. Не знаю, как я в нее проберусь. Может быть, отсюда нужно будет пройти сюда. Но как-то так. Видимо, где-то там находится что-то очень ценное для меня. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Не какой-нибудь хлам очередной. Ну вот. В следующий раз я как раз доберусь до этой пещеры. Покажу вам, что почем. Ну а на этом, я думаю, можно закончить. Всем спасибо, что смотрели. Всем хорошего дня. Или вечера. Ну или ночи. Кому как. Вот. Ну, всем удачи. Всем пока.